Сразу две автомобильные аварии в минувшие выходные унесли человеческие жизни. В Кузнецком районе столкнулись легковой автомобиль, грузовая фура и машина Почты России. Водитель последний от полученных травм скончался в медицинском учреждении. В Башмаковском районе в ДТП на месте погибли двое – мать и сын. Парень находился за рулем отечественного автомобиля. Вторым участником трагедии стала пара пенсионеров на иномарке. Они получили легкие телесные повреждения.